Наш концерт продолжит рок-певица с удивительным и ни на кого не похожим голосом. Знаете, я позволю себе открыть ее небольшой секрет. Она очень давно и мощно помогает Донбассу, приводит гуманитарку сама, собственными средствами, и никому об этом не говорит. Ольга Кормухина исполнит фрагмент из кантата «Александр Невский», который написал наш великий композитор Сергей Сергеевич Прокофьев. Кстати, тоже уроженец Донбасса. Чит!